вентиляционные решетки для Volkswagen T5 с 2003 по 2015 год и Volkswagen T6 генерации с 2015 года, 6 месяца. Вот. Вентиляционные решетки устанавливаются в оконный проем посредством опускания окна. Вставляем решеточку, потом окном поджимаем его. Вот. Очень удобно для тех, у кого имеются в семье животные. Вот. На случай, если вы оставляете животных в машине, сами куда-нибудь уходите, то вентиляция салона происходит при закрытых окнах. Это очень удобно. В комплекте поставляются две штуки на левую сторону и на правую сторону. Сейчас я распечатаю, покажу, как они выглядят. Вот такая вот решеточка. Вот, она вот так опускается. Опускаете стекло, вставляете в резинку и потом стеклоподъемником поднимаете стекло, и эта деталь остается в положении закрытом. Вот. Очень практично, так как здесь есть москитная сетка, она металлическая, ее порвать невозможно. Вот. Порошковая покраска, очень крепкая, она не царапается. Вот. И компактно складывается. Это у нас левая сторона. Это у нас правая сторона. Это вот так вот. Если мы берем правое стекло, вот. Вот таким образом. Ездить с ними можно, но нежелательно, потому как у вас ограничено зрение, так как часть стекла не будет прозрачной. Ну и плюс создается шум. Но если короткие переезды, то в принципе ничего страшного, можно переезжать. Все.